Так, в мастер-классе написано: уши пришиваются между вторым и седьмым рядами. Я так написала. Сейчас покажу. Считаем от центра ряды. 1, 2. Ставим примерно булавку. 3, 4, 5, 6, 7. Ставим примерно булавку, чтобы найти, где этот ряд. Второй, седьмой. Теперь расстояние между ушей спереди по лбу 4 петли. Смотрим. Ось симметрии игрушки проходит через нос, естественно. И между глаз, ровно по центру. Так, смотрим. 4 петли. Значит, от центра в этом седьмом ряду 2 петли в эту сторону. И 2 петли в эту сторону. Раз, два. А во втором ряду сзади около ушей 2 петли. То есть одна петелька вот сюда, вторая петелька сюда. Сейчас покажу, чтобы было виднее. То есть вот так же вот протянусь ось симметрии. Видите, тут 2 петли расстояния, тут 1, 2, 3, 4 петли расстояния. Примерно мы сейчас определились, где находятся уши. Теперь их надо прикрепить. Как я уже говорила, пришиваем их такой стороной, чтобы то место, где у нас был стык начала, конец ряда, был внутри. Я вот его сразу найти не могу, честно говоря, но вроде бы это где-то вот тут немножечко неровненько. Тут эта сторона ровнее. То есть это ухо будет выглядеть вот так. Как я делаю? Я кладу его в эту сторону сначала. И пришиваю вот этот край. Сейчас покажу булавочками. Для чего? Вот так вот пришиваю, например, этот край. Вот так. Потом, пришив нижний край, вот так вот, когда опустите, видите, они стоят немножко вверх, торчат. Не плоско пришиты. То есть, пришив верхний край, я потом чуть ниже пришиваю вот этот. Вернее, прижив вот этот вот край, чуть ниже пришиваю этот край. И потом, когда я, получается, его поверну сюда, вот тут вот будет он пышненько у основания. Начинаем пришивать. То есть эти петельки можно как раз вот в них. Я не хочу сдвигать с места, чтобы они не убежали. Рядом с ними другими двумя булавочками закреплю ушко. И начинаю пришивать. Беру нашу иголку, вставляю в нее нитки, хвостик, который остался. Во время пришивания этот хвостик может размахриться, и придется его закрепить и взять другой кусочек нитки. Не расстраивайтесь из-за этого. Вполне естественно, фактурная пряжа ведет себя так. Я пропускаю его сюда, потому что был с той стороны. И начинаю зацеплять. Зацепляю за петельку головы, потом за петельку ушка. Снова за петельку головы. Снова за петельку ушка. Петелька головы, петелька ушка. Подтягиваем. Опять петелька головы,
петелька ушка, иголочки убираю, чтобы они случайно не забылись тут. Еще раз петелька головы. Петелька ушка. Так, и теперь пришиваю, как я уже говорила, вторую сторону. Почему я делаю именно так? Именно для того, чтобы у основания ушко было пышным. Вот наше ушко одно готово. Сейчас уведу нашу ниточку, пройдусь везде по чуть-чуть, чтобы убедиться, что хорошо, качественно пришито. Периметр прошлась. Опять же повторюсь, потому что за уши дети очень любят дергать игрушки. А что еще подергать их, если не за уши? Особенно краешки. Проверяем, чтобы были тщательно пришиты. Так, и даже можно сделать узелочек. Но не очень я люблю узелки на пряже, потому что их все равно видно. Просто сейчас тут завяжем узелок. Узелок спрячется внутри. И мы ниточки спрячем. Ну, уже утащил за собой вторую ниточку. Вот он ее за собой увел.